Так, все. Теперь мы здесь. Так. Секундочку. Все. Итак, куда нам надо? Нам нужно к 160 метрам. Здесь наверняка будет много разных тварей. Ползучих и не ползучих. Is this it? Hey, you wanted an engine? Here you go. It'll do. It's shit. Just like our plan. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Чего? А, тут у нас баллон. Ну давайте применим, чё. Ну давай. Ну. Оу, oh, yeah. Так, баллончик. Теперь ты поделился со мной кислородом. Так, секунду. Да ёлки. Так, все. Значит, сейчас будем наблюдать за ящиками зараз. Ну вот, пожалуйста, вот тебе и гости первые. Ну, чё, стазис не работает? А чё он? Офигел, что ли? Не, посмотрите, сколько их вообще. Ну, ну. Все, вроде сдох. Отлично. Надеюсь, вы нам дадите патроны. Взамен, да? Или что это тут? Да, отлично. Здесь даже можно присобачиться. Ну ладно, не будем. Так, тут кислород. Пока не нужен. Блёхту, мы не будем пока приземляться. Кто это сделал? А, вот он, мелкий. Ну, хотя он здоровый достаточно. Отлично, он дал нам металлолома. Да сколько у вас тут, а? Все, давай нам. Мне, точнее, обратно мои ресурсы. Аптечку берем. Так. К заданию. Нам тут 20 метров осталось. Чтобы захватить кинезисом предмет. Какой именно? А, тут наш друг, да? Ну ладно. Кстати, а тот, помните, я хотел вернуться, сказал в следующей части. Так вот, это мы там были, я вспомнил. Ну и чё тебе? Чё ты завис, что ли? Ладно. Чё-то тут, значит, надо сделать. А, я, кстати, забыл, что у нас по заданию. Установите левый двигатель для Крозье. Так, ну блин, сейчас надо баллон с кислородом найти. Я вижу, он там, но он далековато. Блин, реально, где кислород? О, народ, где кислород? Так, обратно идем, мы смотрим, что нам надо там сделать. 31 нет. Блин, вон баллон был, ну ладно. Внимательно сейчас посмотрим. Ну и чё? Кинезис, кинезис. Что мне это дает? Чё надо сделать с этим двигателем? С тобой больше как-то контактировать, нет? Ты вообще кто? Да это бред. Блин, реально, что делать? Я не пойму просто. Может, туда как-то зайти вообще надо, нет? Блин, что делать-то? Так. Капитан Нортон утверждает, что Крузье не совсем готов к полету. Требуется доделать обшивку челноку, установить левый двигатель. Рунин.
Да ёп, чё делать-то? Чё-то присоединить, что ли, надо, или чё? Мозаику, что ли, опять собирать? Ну, мне так не кажется. Я не понимаю, что делать реально. 17 метров. А, подожди. Понятно. Все теперь ясно. Вот так, да? Вот. You think you can handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Okay, guys, I got the engine. Is everything ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got it. Я понял. Да, вон он, баллон. Надеюсь, он с кислородом. Да. Ну что же. Как у него кислород не кончился у того чувака. Так, а здесь, наверное, О2, да? Я так понимаю. Да, О2. А, начинал он туда, да? А, 150 метров. А что это там наверху только что блестело? Тут наверняка какие-нибудь потайные ходы есть. А, подожди, это искрится, видимо, что-то. Ладно. Ну, погнали. 150 метров. В прошлой части были, ну что. В смысле, вот это. Ну, в предыдущей главе. В общем, до этого, как сюда прилетел, я понял. Там, короче, мы были в том месте, куда я хотел забежать. Все, ладно, не важно. Так, приземляемся, открываем. Так, отлично. СК-1П. Так, куда нам надо? Нам надо вот сюда. Конечно, продолжить. Полетели, что? Через обломки. Ну, наверное, все, закончились некроморфы внутренние. Теперь будем в космосе только летать. Ну, почему-то мне так кажется. Так, ну все, мы приехали. Значит, выходим. И опять в открытый космос. Та-дамс. Вот тебе и спутнички какие-то. Сейчас опять эти твари тут повылазят, да? Нет, там что-то выпало. Патроны? Да, обойма. Сколько у нас уж их уже? Ну, вроде приемлемо. Так, Z. Выровняться. Так, тут мины. А что нам еще раз надо сделать? Бляха-муха. Они что, на меня что ли летят? Я не пойму. О, полупроводник. Или что там там? Что-то такое. Так, еще надо нам станок. Buckle, I think I found one of those flight recorders. Great. There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up. Ты свали, ты тоже. Ты свали, ты завались. Ладно, сейчас будем отстреливать эти мины саненькие, да? А вот там вот что-то летает. О, металлолом. Блин. Давай, завались. Ну, завались, пожалуйста. Где этот мелкий другой? Что, я его в космос куда-то выкинул? Вот и металлоломчик у нас. Я вижу уже вон наши две цели следующие. Так, вот с этими хренями надо разобраться. Ёкарный, а? Вылез еще один.
Давай, сдохни ты уже. Чё там у тебя, блин? Вот зараза. Аптечка. Вот сейчас понаблюдаем, как аптечка используется сейчас. Зараза, большая аптечка использовалась. Тут еще меня долбанул. Да сколько вас тут? Ладно, погнали. Мне нужны вообще баллоны. Тут ящики есть, сейчас мы его расфигачим. Металлолом. Так, кстати, сколько там у нас уже кислорода? Маловато, надо бы найти. Так, вот там, наверное, есть О2. Да, наконец-то спаситель наш. Давайте сэкономим патроны, сделаем вот так. Чё, нельзя так? Тихо, мина, мина, где? Чё, нельзя, да? Засранец. Нельзя, ну ладно. Ой. Все, отлично. Летим дальше. Долго мы задерживаемся. Да блин, да это Ишимура прям вообще чистой воды. Так, вот тебя еще надо брать. Так, ты у нас... Да вон там сколько кислорода впереди, я вижу. Вон он, прям вообще, вот кислород. Так, сюда надо сейчас подлететь. Здесь нельзя? Можно. На один модуль. И вот последний вот тут слева где-то я видел. Вот он. А, подожди. Ну там еще вдалеке что-то. Слышим характерный звук. Но бота у нас нету. Да и оставить его здесь, мне кажется, как-то сложновато будет. Вы мне хоть трофей-то будьте за это давать нормальный в виде патронов. All right, Ellie. I think I have enough flight recorders to reconstruct a safe route to the planet. Great. What's next? I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. I just need to find a bench. Should be easy enough. Найдем. Чё? Добавлено задание. Чё? В каждом, значит, надо это самое, что-то сделать. Так, сделать навигационный модуль. Круто. На станке будем делать. Палим отсюда. Так, нам куда? А, подожди, нам туда, куда-то. А что там, дверь, что ли? Или подожди, это с какой стороны-то? А. Туда, куда-то. Хм. Я вообще туда полетел. Сейчас сдохну еще тут нафиг. Не понял. Что-то наверху, что ли, там есть? Блин, куда я залетел вообще, а? Ёлки зеленые, посмотрите. Что это такое? Тут вход, что ли, где-то есть? Вот жопа. Слушайте, куда я попал? Тут хоть кислород-то есть? А-а-а. Жопа вообще. Куда-то нам непонятно, куда надо. Ладно, пошли с кислорода жахнем. Блин, тварь! Саданул меня. Уродец мелкий. Да куда нам надо-то, ёбкарный? И кто это делает? А, вот этот падла. Завалямбу сделай. Еще и прячется. Так, ну чё, как нам быть? Блин, да сколько вас, а, бесить уже. Реально мешают. Блин, да это вообще их тут немедленно. Патроны-то мне уже закончить. Офигеть. Блин, зашибись. Так, ну чё надо-то, блин, а? Попасть, что ли, туда как-то? Чё это такое тут у нас? Ничего это. Еще раз. Каждым из самописцев имеются неполные фрагменты. Вот, блин, слушайте, а может мне станок нужен нафиг? Да, все там. Да как туда попасть-то? Я даже не знаю, что-то вообще, о чем он. О чем речь?
Ладно, летим назад на нашу тут вагонетку, может там что прояснится. В ту сторону я имею в виду. Раздражает, когда задание показано где-то в непонятном каком месте вообще. Может тут объехать, облететь надо как-то. И когда вот это вот все в таком ограниченном состоянии, то есть видите, чуть что уже все, у меня кислород закончится, мне хана. Плюс я не знаю, куда нам надо. Где наше задание, толком не знаю. Слушай, а может это наш корабль, да? Значит, там где-то и вход есть. Да, вот, скорее всего. Меня больше напрягает даже не это, а то, что патронов вообще ни хрена нет. На этих мелких гробим просто патроны и все. Величайший бред. Смотрите, сейчас ручка появится. А, она открывается. Я не понял, да, каким образом это происходит. Так. Ну вот опять мы в темноте. Нам туда. Ну значит нам сюда. Ну а тут и ничего нет, интересно. Хорошо. Ладно, открываем. Так, гардероб. Ну там вроде ничего нового. А, подожди, сейчас посмотрим по этому. Нет, костюмов нет, лучше тик сможем. Или ни хрена мы не можем. Металлолом есть, здоровье. Полупроводника мало, воздух. Нет, воздух не будем. Можем качнуть энергию. Заряд, что значит заряд? Длительность. Увеличивать количество выстрелов, радиус. И время увеличивает энергоемкость. Мысли. Мы можем только вот это вот. Ладно, пока тоже ничего не чинили. Все, валим. Больше ничего нас тут не интересует. Так, ну мы здесь были. И дверь эта открыта. Но нам к верстаку, кстати, наверх там ничего не запихали. Блин, пробел нажал. А вот сюда точно что-то запихали, смотрите-ка. Металлолом, ну да. Он-то нам нужнее. Не, ну реально он нужнее. Сейчас ради интереса глянем, может там что есть. Блин, долго лазить просто. Неохота, сами понимаете. Да, действительно, тут что-то есть. Патроны как раз-таки, которые нам вообще нужны очень. Перезаряжаем все. Так, а там, блин... Ну ладно, я надеюсь, там ничего нет. Мне охота просто туда время тратить, лазить. Так. А, эти рабы космические кто-то накидал сюда. Так, ладно. Бот ждет на станке, нам сказали. Сборка. Сбаривай давай. Собирай. Смотрим, что он там насобирал. Мало вольфрама, ну ладно. Гелия этого полно вообще. Карточки какие-то, кредиты что ли? Ладно. Сейф, что у нас в сейфе? Давайте вот это заменим. Быстренько глянем, что за ботва. Маленькую аптечку давайте продадим. Создание предметов. Пока не будем, модификации. Верхний у нас полностью урон можем качать. Темп стрельбы. Плюс один темп стрельбы, плюс урон. А что-то одно можно или это постоянно оно улучшается? Вот интересно. Смотрите, если я темп стрельбы напишу. Перезарядка. Нет, подожди. Темп стрельбы, вот. Один темп стрельбы, плюс один урон. Здесь что? Здесь мы можем качать. Один темп стрельбы. Х2. Тип круче, что ли, или что? Урон. Один урон плюс... Перезарядка плюс урон. Урон плюс обойма. Обойма 3. Что это такое? Обойма 2. Хрен знает вообще.
Давайте урон, перезарядка плюс урон. О, вот это можем раскрыть. Блин, ну это вольфрам, посмотрите, сколько надо, с ума сойти. Ну, в смысле, у нас есть, конечно, но, блин, как-то обидно. А это можно несколько раз улучшать? Стрельбу плюс урон, да хрен его знает. Ладно, сложно, сложно все. О, а тут все открыто, смотрите-ка. Какого хрена? Давайте здесь качать. Урон, перезарядка. Темп стрельбы. Темп стрельбы. Я вот это не понимаю немного систему, все, смотрите. Темп стрельбы. Можно ли два раза как бы качнуть? Не знаю даже. Ну, чтобы как бы... Ну, улучшить вот этот вот именно слот. Потому что что, дали все это предел, что ли? Это как-то тупо. Присоединить цепь, брать цепь, обзор. Назад. Чертежи. Чертежи нас опять ничего ни хрена не доступно. Вольфрам. Я не понимаю, откуда столько вольфрам вообще взять. Я не понимаю. Новое оружие. We should have all the parts we need. Thank God. Now let's plot a course for the nearest shipping lane and get the hell out of here. No, Robert. We're going to the planet. Ellie, I know that's how this all started, but we are in way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? EarthGov is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said... Turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass this up. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going. No, Ellie's right. There's a shot here and we're gonna take it. Now, you can come with us or you can try to stop us, but remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Я иду к вам. Оу, е. Сразу бегу прям. Ну что, в корабль, да? В корабль. Стоп, а бот? Бот, если я сейчас... Что будет с ботом, если я его сейчас здесь оставлю? Потому что... Давайте оставим. Да... Сейчас мы его оставим. Да... Ну блин, ну это может быть далеко. Это не здесь где-то? Так, ладно. Ну, давай открывай, засранец. Стоп. А чё он красным горел? Ну ладно. Я не знаю, что это. Ёпкар. Стоп, а чё я сделал? Все, бежим к цели, идем, в смысле, летим. И вот здесь вот вход, да? Чпонькс, вот так вот, и все. И, наверное, заходим внутрь, нет? А, да. Завершено все. All right. Navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting any. Ah, there it goes. Just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. I'm coming aboard. Поднимаемся на борт. Жду. Отлично. Ну, внутри. Well, I'm glad to see you too. What's that look for?
This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Hey, what's up with the oxygen injector? Suck on, they're not locked down. I tried, but the threads are rusty. Let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is going to burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Ха. Студент. Так. Ну что, опять какая-то головоломка? Ну что тут надо делать? Давайте думать. Все нормально? Все работает, да? Задачи нет. Ладно, ладно. Ну что у нас тут, ребят? Как у вас? Запуск? Ну давай запустим. Нажимай зеленые кнопочки. This is suicide. Those mines will rip this ship apart. It'll hold. Okay, everyone. Let's see if this thing can fly. Fuel lines are go. Sensors online. I'm seeing mines at 2,000 meters. Targeting computer spinning up. Okay, Isaac. You have the controls. Projecting optimal route now. Try to keep it on course and shoot anything that gets in the way. Thrusters, one quarter forward. Все, сейчас бомбить что-то будем, наверное. Да, я же говорю. Нельзя еще стрелять? Еще и читать придется. Сейчас что-нибудь тут будут шуметь. Что, нельзя? А, подожди, двигаться. А, еще ухуй. Тихо, подожди. Что это было? А, подожди. Ну, что так ухуете? Че, офигенно, что ли? Стоп. А почему? Что-то я паникую. А обязательно наводиться или нет? Ой. Просто жми. Обязательно наводиться прицелом на эти мины. Here's where the fun begins. Three, two, one. А, надо вот по этому курсу, наверное, идти. Ой, да я ни хрена же не вижу. В смысле, откуда они все? Стоп, Надо чисто вот по этой синей линии идти, да? Я так понял, почему мне написали сбой курса. Почему сбой-то? А как вверх подняться тогда? Сейчас это... Сбой курса. Почему вверх не поднимается? Everybody strap in! This is gonna be rough! All temperatures all the way in the red! We're coming in too high. Give me a course correction! We can't correct now, we'll miss our window! This angle, we won't reach the window! Okay, I'm sending you a new vector! Стоп! Я шел по курсу, ничего, это самое. У нее нельзя было стрелять, по-моему. Почему сбой-то в курсе? Что такое? Не так что-то? Что, по 1000 метров, по 1 километру? Сколько? 1 километр в секунду, что они не летят? Справились. Всегда так все просто было, да? Крутил что-то и все работает. О, кого-то не зарубило. Ну конечно, сейчас мы только с Элли останемся, генерал. Или как у нас? Опять нет. Ой, еще
еще и мелькает что-то, ни хрена. Ой, а что мне? Надо будет лететь еще и стрелять. Ой, вот это напряженка. Во-первых, я ничего почти не видно, как плохо очень почти. После этого дыма особенно. Я же был толпанул. Это скриптон. Там пустота вроде была. Айзик, чё ты зубы оскалил? Шлем не работает у нас. И градусник красный. Но зато у нас есть ящик. Нет связи. И там валанс. У нас сказано, держитесь ближе к источнику тепла, чтобы поднять температуру тела. Ну, будем... Так, что-то замело, буду знать.